Любить нельзя казнить. Где поставить запятую, мы выбираем сами. Одни собакам посвящают арии, другие отправляют на верную гибель. Бывший хозяин хотел сделать из нее чучело. Собачья жизнь. От элитного жилья, личного парикмахера и даже места на кладбище до помойки и борьбы за выживание. Смотрите специальный репортаж во вторник, сразу после «Панорамы» на «Беларусь-1».